Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области на основании материалов, представленных региональным управлением МВД, возбуждено уголовное дело в отношении граждан Республики Узбекистан, 28-летней женщины и ее 21-летнего сожителя. Они подозреваются в покушении на продажу своего несовершеннолетнего ребенка. По данным следствия, в апреле текущего года подозреваемые в связи с тяжелым материальным положением решили продать своего новорожденного ребенка. Женщина тогда находилась на последних сроках беременности. Потенциальных покупателей они стали подыскивать через сеть интернет, разместив соответствующее объявление на одном из сайтов. Своего ребенка они оценили в 500 тысяч рублей. 19 мая 2014 года прямо в родильном доме они отдали покупателю, действовавшему под контролем полицейских, новорожденную девочку, получив за нее 400 тысяч рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражей.